в этом месте я ранней весной как-то нашла молодильные грибы. Ну вот. А сейчас здесь, конечно, грибов нет. И, ну ладно, прогулялись. Сейчас мы проверим. Если я найду, конечно, те свои желтые клейкие рогатенькие грибочки. Постараюсь найти. В прошлый раз я их не нашла. Прошло 3 недели. Будем искать. Если какое-нибудь дерево упадет на дорогу, перекроет нам путь. У нас пилы нет. Только я одна пила, а другой пилы у нас нет. Муж мечтает, конечно. Маугли мечтает купить пилу. Она стоит 10-15 тысяч, наверное. Ну, я говорю, это ему не обязательно. Зачем ее таскать? Упадет, не упадет, будем и гадать. Так, зелено. Зелено. Молодость зелена. Красота. Красота по-русски. Так. Горизонтально это так. Здесь есть метка, что горизонтально. Одно время вот эта моя новая камера заглючила. Она не работала, хоть ты ее убей. Что с ней случилось? Мне некогда было разобраться. Ну, наверное, флешка новая, но она неправильно, может быть, чуть-чуть перекосилась. Пыталась, но я ее правильно ставила, но все равно. Что-то было не то. Вот дерево. Вот такое вот дерево. Маугли спрятался за деревом. Чего ты спрятался? Да. Чего ты прячешься от меня? Я не прячу. Ну ладно, стой, где стоишь. Идем, я иду вперед. А ты смотри, ищи мое бутылочное дерево. Водку пьют. Кто что, кто во что горазд. А мы грибы свои на ночь взяли, приехали проверить. Мне некогда было сегодня ничего делать. По хозяйству даже, потому что толком Маугли свое не поздравила, потому что делала ролик очень долго поздравить своих друзей. Ну, которые у меня старые друзья и которые хорошие новые друзья появились. Теперь мы выбрались в лес искать мое дерево. Хорошо. Сниму хоть трутовики. Потому что нам надо уже бежать, уже темно в лесу. Нам надо бежать. Такой ветер поднимается. Просто жуть. Качаются деревья, сильный ветер начинается. Аж жуть какой ветер. Что это здесь все такое? Может быть, грибы какие-то? И раненые делаю сегодня в этом лесу. Тем более такая непогода. Дорвалась. Вчера мы были в лесу в другом. Там хоть нашли. Держалок уже нет. Фламулин тоже. Мы нашли саркосыпы. Но здесь их нету. И свое дерево я уже, наверное, не найду, потому что некогда его искать, надо бежать отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Русский гриб-трутовик очень красивый. Черное золото. Но загадки нам такие не нравятся. Вчера буду искать по центру. Я край посмотрела. То бутылочное дерево я не нашла. Я ранней весной как-то нашла молодильные грибы. Ну вот. А сейчас здесь, конечно, грибов нет. И, ну ладно, прогулялись. Я потом в следующий раз еще обойду какой-нибудь участок. Я все равно то дерево найду. Посмотрю свое видео и найду. А пока я ухожу, уезжаем дальше. Праздновать 23 февраля. Всем пока-пока и до встречи.